Добрый день, всех приветствую на канале Гато Платиадо. Ну, может быть, для кого-то не день, ночь, утро или другое время суток. Тем не менее, на фоне вот такого яркого, солнечного, синего неба, необычная погода для середины октября, совершенно нетипичная. Вот. И сегодня в новом проекте канала попробуем рассмотреть различные глобальные события, которые происходят в нашем мире, то есть возьмем немножко шире, копнем, расширим кругозор. И сегодня вопрос, который интересует, я думаю, все прогрессивное, если не человечество, то, наверное, население нашей страны. Это вопрос автокефалии. Автокефалии УПЦ. И вообще все, что с этим связано, я думаю, интересно. И в связи с этим давайте рассмотрим, углубимся в историю, рассмотрим вопрос автокефалии Русской Православной Церкви, когда это произошло, как, зачем и почему. А произошло, началось, вернее, все это в 1431 году. В то время Русская Православная Церковь была тогда всего лишь митрополией Константинопольского патриархата. И вот в 1431 году умирает митрополит Фотий, который был предстоятелем Русской Церкви. И соборно русские епископы избирают преемника на место Фотия, епископа из Рязани по имени Иона. И все бы было бы хорошо, его бы отправили в Константинополь и рукоположили, но началась междоусобица, и в Константинополь его удалось отправить только лишь спустя 4 года. И вот в 1437 году, смотрите, какие промежутки, 431-437 год, прошло 6 лет, и он возвращается из Константинополя на Русь, но, к сожалению, не митрополитом, а все в том же сане епископа, но в свите нового уже митрополита по имени Исидор. Запомним это имя. И в это время в Константинополе готовят унию с Римской Церковью, которая должна быть провозглашена на самом ближайшем предстоящем соборе в Италии. Напомним, что в те времена Константинополь уже был на самой грани упадка. Наседали турки сбоку, слева, справа, со всех сторон, в общем-то. И Константинополь искал защиты у кого только мог. И, соответственно, Римская Церковь крутанула ему руки. Ну, как бы так, намекнули, что если будет уния, будет и помощь. Вот. И Константинополь, видимо, в отчаянии пошел на это соглашение. Вот. И, соответственно, Исидор, новый предстоятель Русской Православной Церкви, едва приехав в Москву, начал собираться в Италию на собор. Великий князь напутствует митрополита и говорит ему: «Если уж ты непременно желаешь идти на собор, то принеси нам оттуда наше древнее православие, а нового и чужого мы не примем». Но в Риме Исидор принимает активное участие в подписании унии с Римской Церковью. И настолько активно он там участвует, что Папа Римский присваивает ему титул кардинала. И вот в 1441 году предатель-митрополит кардинал Исидор прибывает в Москву. Его, как пишут летописцы, встречали радостно. Ну, не знаю, с чем он приехал. А Исидор перед князем провозглашает акт унии с Римом. Князь, конечно же, в шоке. Князь берет отступника и заточает его в чудов монастырь до соборного разбирательства. Потом ему предложили покаяться и вернуться в лоно православной церкви. Но он же наотрез отказался и вскоре со своим учеником-подельником сбежал в Рим. И вот Русская Православная Церковь оказалась в очень сложном положении. С одной стороны, нельзя было нарушать церковные каноны. Так вот просто взять вот так вот и от автокефалиться, отсоединиться, стать независимой. Это нельзя было, это беззаконие.
А с другой стороны, тоже невозможно было оставаться в Константинопольском патриархате уже после того, как они подписали унию с Римом. Уже как-то тоже неправильно. В общем, никуда не торопились. И вопросик этот подвис на 6 лет. В конце концов, собор епископов опять собрался и избрали митрополитом того же Иоанна Рязанского, которого предлагали и ранее на место предстоятеля Русской Православной Церкви. И вот 1448 год Иоанна возведен в сан митрополита Русской Церкви. Он взял курс снова вернуться в лоно Константинопольского патриархата. Ну, не для того, чтобы согласиться с унией, а просто чтобы вернуть положение дел в прежнее русло, законное, нормальное. Но только без унии, чтобы все было. Но вроде как-то все шло на то, чтобы все это утихомирилось, все вернулось в лоно Константинопольского патриархата. Но пришел 1453 год. Константинополь завоевали турки, византийское государство упразднили. И Русь осталась единственной православной державой в мире. Вот эти обстоятельства и привели к независимости Русской Православной Церкви. На этом все об автокефалии Русской Православной Церкви. Всем пока!